Future stars, the Russian number threes, lying in 13th place, but they're not looking behind them to Sinead and John or anyone. They're looking to move up. Svetlana Kulikova, Vitaly Novikov. С вами Москва-Баку, меня зовут Инна Лисовская, и сегодня мы в ледовой арене города Баку. И сейчас у нас будет беседа с тренером, приглашенным из России специально в Азербайджан тренировать азербайджанских деток, Виталий Новиков, участник и победитель международных соревнований. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Инна, спасибо большое. Виталик, я предлагаю начать. Сейчас мы не просто так на коньках, уважаемые зрители. У меня будет практически мастер-класс у такого профессионала, у которого, кстати, азербайджанские детки могут тренироваться теперь. Расскажите, давайте начнем буквально, пока еще мы стоим, не поехали. Буквально в трех словах, как ваша судьба привела вас в Азербайджан. Я знаю, что вас не так давно пригласили, но уже есть какие-то такие интересные у вас моменты, ну, с Азербайджаном. Да, каток открылся буквально 5 месяцев назад, поэтому что-то говорить, что-то прям такое большое, это совершенно новая история. Пока что-то говорить про какие-то победы еще рановато. Но есть хоть перспектива, пора. Перспектива есть, да, детям интересно, родителям, дети не очень интересно. Очень много детей приходит на массовое катание. Но пока я говорю, это еще свежая история. Совсем еще свежая. Тогда мы переходим к вашей истории и побеседуем о вас. Виталик, начинаем, соответственно, с того, как началась твоя карьера. Буквально вкратце. Я понимаю, что это очень такой интересный момент. Но все-таки с чего? Кто привел тебя в фигурное катание? Как и все профессионалы, где-то все дети начинают 5-6 лет. У меня просто была проблема. У меня всегда с детства текла из носу кровь. Угу. И родителям, и бабушкам, дедушкам посоветовали меня отдать какой-то вид спорта, такой, где холодно и закаляется, в общем, организм. Ну, вот так вот и начался мой путь, до сих пор нахожусь. А где вообще, где ты родился? Москва. В Москве, да? Первые катки были в Москве, в общем. Первые катки, кстати, в то время было их также немного, может быть, 5, 6, 7 арен. Это большие «Динамо», «ЦСКА», «Крылья Советов», то есть вот такие арены, но их было значительно меньше, чем сейчас в Москве. В Москве, конечно, сейчас, я даже не представляю, какое количество в Москве сейчас катков. Ну, потихонечку это все развивалось, я был одиночником до 17 лет, занимался одиночным катанием, то есть в 17 лет я только стал танцором кататься в паре, в 17 лет. Я никогда не был ни юниором. Я сразу начал кататься в танцах, в мастерах. Вот мой тренер первый был Олег Ефимович Эпштейн по тем временам. Вот у нас была такая легендарная, можно сказать, группа. Там тренировался Роман Костомаров, Максим Ставицкий. Да, именитые Петя, такие. Да. У нас такая была прям группа. Коля Морозов, насколько я помню. И Вова Федоров. С Анной Семенович еще катались. Ничего себе, все эти имена вы знаете, уважаемые зрители. Соответственно, переходим к первым победам. Расскажи, вот тот человек, который сегодня тренирует деток в Баку, вообще первая твоя победа, такая вот самая запоминающаяся, которую ты сейчас можешь сказать. Я катался со Светланой Куликовой в танцах. И, наверное, это до 2004-2005 год, это чемпионат страны. Третье место и второе место на чемпионате страны. Ну, естественно, в Европе, на чемпионате Европы мы были седьмые. Международные соревнования были первые, так называют, такое есть соревнование, называется Nebelhorn Trophy. Оно проходит в Германии, в Эберсдорфе. Мы вот выиграли с ней эти соревнования. В Европе, к сожалению, ну, это был первый, там были седьмыми. А в мире 13-й на чемпионате мира 2004 года. Классно.
Ну, а теперь переходим плавно к Азербайджану. Конечно, да. Мы упустили, может быть, огромный пласт жизни Виталия, но да. Я все-таки опередил... Это не про меня сегодня. Нет, именно как раз спасибо тебе, что ты тренируешь азербайджанских деток. И я предлагаю начать с того вообще. Здесь действительно было фантастическое открытие какое-то, которое было, соответственно, нашими спортсменами организовано. И спортсмены из России приехали, Федерация фигурного катания Москвы, с Ниной Мозер здесь своих, значит, их были подопечные. Расскажите вообще, пожалуйста, об этом открытии, как это все проходило. Так сложилось, что Нина Михайловна привезла своих детей на сбор летом. Uh-huh. И в тот момент, в общем-то, это все вот буквально сырое такое. В общем, получилось так скомпоновать, что вот только приехали, только да? Только приехали, эти... они две недели здесь потренировались, это вот новый лед, только вот его сделали, и как бы министр спорта наш, наш, азербайджанский, уже Азербайджан наш. Он говорит: ребята, ну пока вы здесь находитесь, давайте сделаем хотя бы какое-то открытие для катка, и, в общем-то, Нина Михайловна сказала: давайте поможем, чем сможем. Ребята выступили. Получилось так? Получилось. Ну, зрители, по крайней мере, думали, что это просто очень долго подготовленное какое-то Нет, шоу. Нет, это было вот так вот спонтанно. Буквально за... Меня пригласили дней, да. в министерство в Азербайджане. Говорят: ну а завтра открытие. И Михайловна немножко такая: а что? Ну давайте. Все, вот так вот и произошло. Возвращаясь к тому, что на массовое катание вот, приходит огромное количество людей просто покататься, посмотреть. Да, вот как раз это вот мой вопрос меня немножко шокировало, но не то, что приятно, удивило, я бы даже сказала, то, что азербайджанские дети, дети Азербайджана очень хотят кататься, то есть прям действительно наплыв. Те кадры, которые вы сейчас видите на экране, демонстрируют, как, соответственно, сюда просто рвутся толпы детей кататься, участвовать в массовом катании. И сейчас, уважаемые зрители, вот мы берем интервью у Виталия, как бы идет массовое катание после уже тренировки, конечно да. же. Соответственно, расскажите, вот примерно по вашим подсчетам, сколько детей ходят на массовое катание здесь, в Баку? Ну, вот, на выходные, ну, это не только дети, это и взрослые. То есть на выходные 1000, по-моему, мне говорил от нас директор, что приходит. Это очень большое количество, на самом деле. То есть интерес есть, но это единственный пока каток в Баку, поэтому, может быть... Такой ажиотаж, да? Ажиотаж, да, небольшой. Ну, история очень молодая, на самом деле, это... Но есть перспектива, вот, на профессиональный взгляд? Как насколько стараются ваши как спортсмены? Есть такая изъеденная фраза: Москва не сразу строилась, но Баку тоже не сразу строилась. Понимаете, история, например, той же российского фигурного катания, она начинается там, если так далеко копнуть, с Пани Наколоменко, который стал олимпийским чемпионом, по-моему, насколько я помню, в 1908 году. Да. То есть, вы понимаете, это 100, практически 20 лет тому назад, а здесь это 5 месяцев, поэтому это не все разница, там... Да. Разница, да, немножко такая временная, да? Да, и при этом уже в те времена он стал олимпийским чемпионом, да? А, конечно, это все не так быстро, как хотелось бы, и многие еще пока, вот, слава богу, что есть СМИ, которые освещают этот вид спорта, начал освещать, начал интересоваться, и... Как бы люди только вот: а, каток появился, да, 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 а, это, ну, просто, я не так давно здесь, у меня нет автомобиля, много езжу на такси, и все: какой каток, о чем ты говоришь, где каток? Я говорю: вот каток Белиская, 20, на стадион. Ну, а вот мне интересно, учитывая, что вы уже здесь проводите, не первые тренировки уже, так скажем, идут, техническое оснащение арены, что можешь сказать по этому поводу, насколько она... хорошая, готова, как бы, ну, лед сам, вот все вот эти технические моменты. Ну, вот, во-первых, уже прошел сбор, Нина Михайловна как раз в Мозер приезжала, то есть дети были все довольны. То есть лед профессионально был, ну, залит, сделали, да, да, и приезжали профессионалы из Италии, все сделали замечательно, поэтому... Претензий к этому нету. А давайте мы вот сейчас перейдем. Даже, по-моему, здесь есть специальные... Вот мы сейчас видим, катаются на заднем фоне. Это для детишек. На заднем плане, да. Для детей. Давайте вы меня поучите, что это такое. Ну, это вот для... Хотя, конечно, чуть-чуть я умею кататься, но мы сейчас... не каждый день, уважаемые зрители, вам чемпионы просто дают уроки. Ну, это прям азы. Это тут как вот мы встали на коньки для того, чтобы раньше в свое время, ну, не было ничего такого, чтобы тут дети выходили на лед.
Раз, да. Два, понимаете? А сейчас вот появились такие маленькие... То есть арена оснащена вот, да. Даже для самых маленьких. Да, итак, вот я беру, вот и что нам машинка надо? Вот есть. Ну, как бы для детишек это интересно, и чтобы они не падали. То есть это позволяет, по-моему, держать равновесие, Равновесие, да, какое-то хотя бы в начале. Вот дети выходят, походили чуть-чуть, хотя бы какие-то первых два дня там потолкались. И со временем, то есть потихоньку уже начинают толкаться, а потом просто убираем и поехали. Я чуть-чуть лучше катаюсь, мне не нужна эта штучка, конечно. Ты уже, Инна, у нас вообще молодец. Мы с тобой можем уже в паре спокойно дочитать. Все, вы слышали, меня пригласили. Уважаемые зрители, как бы я... У нас уже ледниковый период. Кулуарно, я сейчас вам расскажу. Мы беседовали о Баку, и человек просто восхищается этим городом, и я не могу не спросить. Вот первое впечатление, когда приехал, не испортилось ли, улучшилось? И вот какое от города, от бакинцев, от азербайджанцев? Ну, в первую очередь, конечно, все... Это теплый прием, это люди, которые... В любой момент тебе помогут, все улыбаются, все довольны, никакого негатива я не слышал. Замечательный старый город, своей историей, прекрасное, я очень люблю море, Каспийское, замечательные набережные есть, рестораны, еда, колорит этот весь азербайджанский, все очень вкусно. А какая вот, если не секрет, какое блюдо азербайджанской кухни вообще самое любимое? Ну, я люблю каре игнёнок, честно говоря. О, какое здесь каре игнёнка? Какие здесь вообще барашки? Какое здесь мясо? Это правда. Уважаемые зрители, мы не будем, у вас сейчас там сумки потекут 100%. Но вы в Баку приезжайте, здесь вы точно это увидите. И завершающий вопрос нашей беседы. Вообще, вот, так скажем, если сейчас уже спортсмены, которые подают надежды, все-таки я имею в виду, которых вы тренируете, сильные такие спортсмены Азербайджана, может быть, они, ну, понятно, что вы их тренируете, как бы они на пути. Но... Давайте большую предысторию. У нас есть несколько спортсменов, которые каток только появился здесь, поэтому есть несколько спортсменов, которые просто тренируются не в Азербайджане, потому что, повторяюсь, уже молодой каток, 5 месяцев, поэтому они катаются в Америке, они уже выступают и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, вот, и в России есть несколько спортсменов, которые выступают за Азербайджан. Ну вот мы теперь надеемся, каток у нас появился. И, скорее всего, со временем они будут кататься здесь. То есть он для профессиональных спортсменов абсолютно да. подходит? Да. Все готово. У нас есть и хореографический зал, и тренажерный зал. То есть все, в общем-то, для этого есть. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, любви. И хотелось бы пожелать всем, чтобы все были более дружными. Я надеюсь, есть этот кадр, пожалуйста.